В Петропавловске сегодня чествовали Адильхана Макина. Он завоевал гран-при международного конкурса «Славянский базар» 2019 в Витебске. За два конкурсных дня североказахстанец набрал 178 баллов и выиграл соперников с большим отрывом. Заслуженной победой Адильхана поздравили глава региона Кумар Аксакалов, родные, преподаватели и наша съемочная группа. Родственники, школьные учителя, преподаватели колледжа искусств. Сегодня они собрались в этом зале, чтобы поздравить своего талантливого ученика. Наш земляк Адильхан Макин 15 июля выиграл гран-при международного музыкального конкурса «Славянский базар 2019». От всей души хочу поздравить и хочу сказать о том, что, конечно же, это не только большая заслуга Адильхана, но и большой пример для молодежи. Надо работать и можно достичь очень многого. Поэтому хочу поблагодарить за то, что вы сегодня сделали. В молодом возрасте можно все сделать, только надо работать, постараться. Аким области вручил Адильхану почетную грамоту, благодарственное письмо и сертификат на 500 тысяч тенге. За два конкурсных дня в Витебске Адильхан набрал 178 баллов и с большим отрывом обошел всех соперников. Он получил главный приз конкурса – 20 тысяч долларов. Говорит, эта победа – результат работы многих людей, в том числе и тех, кто занимался с ним с ранних лет. Вообще круто встретить своих преподавателей, которые меня растили еще с такого маленького возраста, которые воспитали меня. Спасибо всем большое. В планах работа, работа и еще раз работа. Труд, как говорится, все перетрут. Нужно не уставать работать, заниматься, песни писать. Серьезные песни, то есть над репертуаром очень серьезно нужно поработать. Адильхану 24 года. Больше 3 лет он живет и учится в Алматы на вокалиста эстрады. Год назад артист дошел до финала казахстанского X-Factor. На его счету 2-я премия международного конкурса «Шабыт», полуфинал национального конкурса молодых исполнителей «Голос Казахстана» и финал «Жас-Каната». Вместе с Адильханом на его родину приехал наставник и преподаватель Академии искусств Янис Кайсиди. Адильхан Макин обладает прекрасными голосовыми данными, безусловно. Во-первых, он обладает широким диапазоном в пределах 3 октав, что немаловажно для вокалиста, потому что возможности тогда, так сказать, репертуара расширяются еще больше. Также, если брать относительно тембра голоса его, он очень красивый, в плане того, что низкие ноты звучат очень красиво, верхние. То есть он технически подкованный вокалист. Адильхан планирует записать клип. Главное, он хочет добиться большого мирового признания. Алена Хан, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.